Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 23 февраля 2019 года. Солнышко очень ярко светит. Вот так освещает всю мою рассаду. Поближе к окошечку я поставила рассадку свою. Такая у меня уже хорошенькая. Чем я буду сегодня заниматься? Буду сажать два вида сорта томатиков. Красная шапочка и пигмеи. Вот, взяла вот такие маленькие контейнеры. Совсем-совсем малюсенькие. 125 миллиграмм. Подписала, конечно. Вот это пигмей будет. Это будет у меня красная шапочка. Два вида томатов. Они очень похожи между собой. Сорт пигмей я сеяла, выращивала в прошлом году. Низкорослые томатики. Выращивать даже можно на балконе. Это скороспелые. 85-93 дня. Высота растений 25-30 сантиметров, очень сладкие, не поражаются фитофторой из-за того, что они скороспелые, вызревают очень рано. И еще фитофтора не успевает их погубить. Вес их 25 грамм. Очень вкусные помидоры. Кто не сажал, попробуйте посажать. Посадить. Они даже идут как украшение из цветов. Очень красиво смотрится. Красная шапочка. Этот сорт еще никогда не сажала. Но красная шапочка есть двух видов. Крупная и мелкая. Я купила крупную и мелкую. Но сегодня буду сажать на рассаду миленькую. Очень сладкие. Очень. Высота растения 40-60 сантиметров. Эти повыше. Раннеспелые сорт черри. Плоды 15-20 грамм. Со сладким вкусом. Устойчивый тоже к заболеваниям. Помногу я сажать не буду. Почему я взяла такие маленькие контейнеры? Я буду сажать по 6 семечек. По 6 штучек. Потому что я их высажу у парник, мне много не надо. Вот из 6 сколько взойдет, столько я и высажу их на улицу. Основную рассаду я буду высевать в конце марта, 20 марта, для открытого грунта. А сейчас высеваю лишь только для парника. Красные шапочки у меня всего зернышек 22. А пигмея 40 штук. Ну вот, по 10 возьму с каждого сорта. Еще останется на март. Все-таки передумала и решила по 10 зернышек посадить. Хотела по 6, посадила по 10. Ну вот все, присыплю их слегка земелькой. И на прорастание. Кипяточком хорошо пролила, так что поливать больше не буду. Поставлю теплое местечко, пакетик маленький, и пусть сходит у меня. Вон туда на солнышко отправлю. Вот здесь я поставила, здесь в моей рассаде тепло. Погода у нас начинает немножко улучшаться. С понедельника должна быть плюсовая температура. Уже запахло весной. Ну вот и все. Заходите в гости, как всегда буду рада. До свидания. До встречи.